Так, а теперь видео для тех, кто не видел горы дальше Хиндоя или Макожоя. Вот, просто для сравнения. Посмотрите, эти камни и оттуда камни. Вот. Вот так вот. Камень, подушка, камень, подушка. Угол, клин, оттуда что-то там еще. Вот здесь что-то там еще. Вот то же самое. Плиты. Вот штроба. Так, это почти пещера. И смотрите, интересную вещь покажу. Здесь идет вот этот камень и этот камень соединения. Смотрите, сюда вбили клин. Это не рукотворное, это большой клин. Вот, смотрите, вот здесь тоже. Вот оттуда идет клин. Смотрите. Потом вы скажете, что этот неровный клин, неровный это, ну, клин есть, вот ровный, неровный, но есть. Это природа. Аллах создал его так. Это не рукотворное. Водопад тоже не рукотворный. Кстати, это рукотворное, да. Вот сейчас покажу еще. Вот этот водопад рукотворный. Вот. Вот этот водопад от части рукотворной. Они сделали так, вода была со скалов, короче, выходила из скалы. Они аккуратно там заглушку сделали, вода поднялась туда. Это как бы типа рукотворная получается. Понимаете? Вот. Но вот это не рукотворное. Это природа. Аллах его так создал. Смотрите. Смотрите как. Вот как будто кладка. Вот так вот, друзья. Я сейчас никого не упрекаю. Просто это, если я вдруг кого-то обидел, я прошу прощения. Но это для не для всех сторонников этого объекта. Это видео не для всех. Потому что сейчас начнет его меня хаять, там писать все это. Я нахожусь в Чеченской республике. В Биное. В горах Биное. Это просто один из моментов. Понимаете? Сейчас я еще. Смотрите. Вот. Слои видите? Вот так вот. И вот таких камней, и вот таких камней, не рукотворных, это камень, это горы. Вот таких камней у нас в горах Чеченской Республики очень много. Очень много. Сейчас вы скажете, там чернозем. Нет. Понятно, чернозем есть. Я с вами не спорю. Есть чернозем? Есть. Некоторые говорят, что это суглинок, там все такое. Я не разбираюсь. Ну, поверю вам на слово. Пусть будет чернозем. Но камни, вот, вот камни. Понимаете? Так что есть у нас. А то я показал вам карьер. Камень, не деревянный карьер, каменный карьер в Дагестане. И вы сразу начали, Ибрагим, ты туда-сюда, короче, ты там патриот, не патриот, там все такое. Я вам я туда не ездил показывать вам новый ковчег.
клянусь, туда не ездил. Просто меня попросили показать похожие камни. Я показал вам похожие камни. Это не рукотворные, это природная гора, которую люди разбирают на камень. Поэтому делайте выводы, друзья. И смотрите еще так. Каждый человек имеет право на свое мнение. И мы не должны указывать этому человеку, ты должен верить в это, ты должен верить в то. Понимаете? Истинный мусульманин верит, что ковчег был, что Нох, алейхиссалам, по указанию Всевышнего, он сделал ковчег, построил ковчег. Мы не сомневаемся ни на секунду, что ковчег был спасением для верующих. И поэтому сейчас вы начнете там, ты не веришь, ты веришь. Просто когда я вас попросил выйти, встать с дивана, помочь Марату, вы почему-то ни один из вас, сторонников Марата, не услышал призыв помощи Марату. Понимаете? Вы не хотели это слышать, потому что вам это невыгодно было. Понимаете? Вам это невыгодно было. Так что как Марат говорит, не болтайте лишнего, друзья. Еще раз повторюсь, каждый человек имеет право на свое личное мнение. Верит он в этот объект, не верит он в этот объект. У него есть право на свое мнение. Если я или кто-то еще сомневается в вашем, не в ковчеге. В ковчеге мы ни на секунду не сомневаемся. Иншалла. Если мы сомневаемся в вашем объекте, что это истинный ковчег, то не ругайтесь, не доходите до крайности, не ругайтесь. Просто сядьте вот перед телевизором, да, вот или перед камерой. Просто не кипятитесь, просто объясните людям, что да как. Вот вы скажете свою версию, потом те люди, которые так или иначе думают, они задумаются, наверное. И вы тоже, вам тоже совет. Прислушайтесь к людям, мнению других людей. Для вас это польза. Понимаете? Для вас это польза. Друзья, вы в одностороннем, там догма не требует доказательств, это догма, это там какая-то там научный термин. Нет. Есть простые люди, как я, которые не разбираются в ваших крутых терминах. Объясните таким простым людям, как я, что это такое, какие у вас доказательства. А не те доказательства, которые везде, в горном районе Чеченской Республики. Вот. Если вы нашли там гвозди на этом объекте, и почему вы 40 метров, по-моему, прокопали, да, вот вниз? Почему только пару гвоздей вы нашли? Ну, пару-троек, скажем так. Почему ведрами нету гвоздей? Это тоже вопрос. Так что, друзья, берегите себя, берегите свои нервы. Не ругайтесь, не обзывайте людей. Так что, все.
Всем добра, всем мира. Берегите себя, берегите родных. Аллаху акбар.